Спунер даже встал на колено, но вбрасывание проиграл. Поехал Владимир Ткачев в чужую зону, скидывает за спину Буше. И на Ткачева 1-0. 1-0 вот это нарисовал авангард и искрестные движения. И вот эта передача, крутанувшись от Рида Буше. Да, это круто, это красиво. Вдвоем против всех катились тут нападающие авангарда.